Барвихинской школе открыли экспозицию, посвященную освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Теперь в стенах этого учебного заведения две выставки на разных площадках. При входе Одинцовский, Невский проспект и в холле первого этажа блокадный Ленинград. Выставка открывается ежегодно, но в этом году мы постараемся наполнить ее QR-кодами, наводя смартфон на который ребята будут попадать на видеофрагменты, на репортаж, на фотографии какие-то, которые будут для них немножко эту историю оживлять. Потому что сам по себе вот этот момент, что я могу из Одинцова уехать, собственно, в город, музей и прикоснуться к этим событиям, это, на мой взгляд, очень здорово, это нужно показывать, вот эту связь. Ученики Барвихинской школы подготовили небольшую программу, с особым трепетом подошли к выбору материала. Стихи, посвященные памяти жителей блокадного Ленинграда, были прочитаны очень эмоционально. Одной небывалой борьбой, одной неповторимой судьбой, мы все отмечены, мы ленинградцы! Для председателя общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Галины Шаюк 27 января двойной праздник. Это и полное освобождение города от фашистских захватчиков, и день ее рождения. Выставка – подарок от ученического сообщества Барвихинской школы. Ну и с этого момента, ребят, будем считать, что выставка официально открыта. В центре холла монумент, рядом с которым ребята организовали ежедневное дежурство. Это учит их быть дисциплинированными и ответственными. На стенде блокадный хлеб, каска, колючая проволока, знамя победы и букет красных гвоздик, олицетворяющих собой невинно пролитую кровь. Мне очень нравится, я узнала из-за этого мероприятия много чего нового, и мне это очень понравилось. Уже совсем скоро именно эти ребята будут проводить в школе экскурсию для педагогов и методистов по экспонату Одинцовский-Невский проспект. Уникальность таких мероприятий заключается в том, что ученики будут рассказывать взрослым о представленных реликвиях не только на русском, но и на английском языках. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».